Здравствуйте, я Ксения Серебренникова, корреспондент и мама. Сегодня вам предлагаю немного порисовать вместе со своим ребенком. Но использовать мы будем не кисточки, а разные подручные средства. Приступаем? Ватные палочки позволяют использовать такую технику живописи, как точечная. Она очень понравится вашим детям. И мы сделаем небольшую основу, нарисуем дерево, а потом будем делать разноцветные листики. А если связать палочки пучком, то можно сразу делать много разноцветных листиков. Вот так. Раз, раз. Попробуй. А нет, почистим зубки? Нет, будем рисовать при помощи зубной щетки. Широкие мазки при помощи щетки помогут нам сделать большой красивый цветок. Для следующего способа будем использовать воздушный шарик. Надуваем его не очень сильно и будем его использовать как штамп. Так. Еще один способ рисовать необычным способом – это использовать пластиковую карточку. Держи, Анют. Мы поставили уже точки краски. И сейчас будем вниз растягивать. Да. Как скребком. Ну, давай. Вот так. Нет, мы будем использовать яблоки в качестве штампов и нарисуем картину «Яблочный водопад». Давай, бери, макай в краску и прислоняй к бумаге. И, конечно же, любимый способ рисования моих детей – это рисование пальцами. Раскрашиваем ладошки и пальцы. И оставляем свои красивые следы на бумаге. Анютка, ставь. Вот так. Рисуйте с детьми, это развивает, улучшает ваши отношения и даже поможет ребенку избавиться от стресса. И, конечно же, это просто весело. Рисовали необычным способом Аня и Ксения Серебренникова, а снимал все это Артем Иванов.